Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор Samsung 49NU 8000 2018 года выпуска. Модель относится к средней ценовой категории среди топовой линейки Samsung. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Диагональ экрана 49 дюймов, разрешение Ultra HD 3840 на 2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц, HDR Elite, изображение до мельчайшей детали. На экране телевизора Samsung Premium UHD можно различить мельчайшие детали изображения. HDR Elite расширяет диапазон уровней яркости, что позволяет увидеть мельчайшие детали в самых темных и светлых сценах. Благодаря HDR10+, зритель видит контент таким, каким его задумал автор. Технология HDR+, оптимизирует каждую сцену на экране, создавая незабываемые впечатления. Боковая подсветка. Технология Ultra Slim Array обеспечивает интеллектуальное управление подсветкой, благодаря чему темные сцены становятся еще темнее, а светлые — светлее. Технология Dynamic Crystal Color. Благодаря динамичным и четким цветам изображение на экране потрясающе реалистичное. Однажды оценив преимущества изображения с расширенным диапазоном цветопередачи, вы не сможете вернуться к просмотру контента на обычных телевизорах. Разрешение 4K UHD. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD телевизора, панель которого содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с FHD телевизором. Теперь вы сможете различить в каждой сцене мельчайшие детали. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD контента с данной модели телевизора — 207 см. Тонкий и элегантный дизайн. Благодаря безрамочному дизайну и тонкому корпусу вы сможете полностью погрузиться в происходящее на экране, а в вашем интерьере появится стильный предмет. Система скрытых ТВ-проводов. Сделайте 3 шага, чтобы спрятать все лишние провода. Шаг 1. Подключите провода. Шаг 2. Вставьте провода в кабельную канавку на задней панели телевизора. Шаг 3. Аккуратно пропустите провода внутри подставки телевизора. Никаких видимых проводов. Дизайн 360 градусов. Изящество минимализма. Эффективный минималистичный дизайн ТВ безупречно смотрится с любой стороны. Элегантный тонкий ТВ-корпус идеально дополнит интерьер вашей гостиной. Размеры телевизора. 109 см в ширину, 63 см в высоту. Толщина 5,4 см. Вес 13,1 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 200 на 200. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI+, 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система Tizen 4.0. Интеллектуальная система управления Smart TV. Быстрый, удобный и интеллектуальный способ управления Smart TV. Универсальный пульт ДУ. Ваш персональный помощник выполняет роль простого хаба, позволяющего управлять всеми устройствами. Больше контента — легче доступ. Никогда еще управление телевизором не было настолько удобным. SmartThings превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфона до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состояние оборудования вашего умного дома. Приложение SmartThings App оснащено функциями универсального гида, пульта ДУ и панели управления. Универсальный пульт One Remote Control, которым легко управлять подключенными к телевизору устройствами с помощью одного универсального пульта ДУ. Этот пульт оснащен функцией автоматического определения источника сигнала, позволяющей автоматически активировать выбранное устройство или источник видеосигнала. Легко найти, легко использовать. Только один пульт ДУ. Уведомления. Узнайте, что происходит в вашем доме прямо на экране вашего телевизора. Получайте уведомления на экран вашего телевизора об обновлениях ваших домашних IoT-совместимых устройств, напоминания от календаря и уведомления о загрузке вашего любимого контента. Наконец, вы можете получить эти уведомления на вашем смартфоне. Синхронизация и обмен контентом. Воспользуйтесь преимуществами облачного сервиса Samsung Cloud. Для синхронизации фотоснимков необходимо подключить к облачному сервису смарт-устройство Samsung. Теперь после синхронизации телефона с облачным сервисом вы сможете просматривать фото со смартфона на экране телевизора.
Игровой режим, динамичный экшен или увлекательная аркадная игра подарят вам максимум впечатлений в игровом режиме на телевизоре Samsung Premium UHD. Steam Link. Оцените высокую скорость ваших ПК-игр на экране телевизора через Steam Link. Играйте в ваши любимые компьютерные игры на большом экране. Получайте больше впечатлений. Input lag при разрешении 1080p достигает 6,3 миллисекунды, а при разрешении экрана 4K — до 15,1 миллисекунды. Выходная мощность 40 Вт, 2 по 10 Вт динамика и один сабвуфер на 20 Вт. Поддерживает Dolby Digital Plus и Multiroom Link. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Есть проблемы с показом динамичных сцен. В трансляции футбола в SD и HD полет мяча и быстрое перемещение футболистов сопровождается неприятным шлейфом. Засветы присутствуют. Цветопередача ужасная, яркость приходится делать такую, что аж глазам больно, или мириться с тем, что контрастность никакая и цвета неестественные. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. Отличное качество картинки. Ролики 4K HDR на YouTube смотрятся впечатляюще. Очень быстро работают приложения. Удобный пульт с голосовым управлением. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!